Привет всем! Находимся мы сейчас на семинаре по психологии. Вообще, семинары по психологии самые-самые важные, потому что они меняют мышление. Если вы измените свой ум, измените мышление, все кардинально изменится в вашей жизни. Это самое-самое важное. Потом у вас будут и деньги, и любовь, все у вас будет. Начинайте со своего мышления. Вот, кстати, я сейчас с Юрой, вы его могли видеть в моих влогах, я его уже очень давно не видел. Он сейчас занимается консультациями, консультирует людей по саморазвитию, по личному росту. И в скором времени, я думаю, он будет консультировать людей в закрытой группе, потому что вот все новые самые фишки я внедряю в свою закрытую группу. Вот конкуренты этого не понимают. Сейчас Кирилл у нас консультирует людей по трейдингу, Юрий будет консультировать чисто по саморазвитию. Вот, кстати, в руках у меня 12 тысяч евро, и вы спросите, какого хрена я припер сюда деньги, я буду платить за семинар Тони Робинсона. Народ, семинар с Тони Робинсоном стоит 6 тысяч евро. Представляете, 6 тысяч евро за один семинар. Он, правда, на 5 дней. Я инвестирую деньги в себя. Недавно вот читал комментарии, и люди пишут, что у меня напечатанные деньги. Вот, смотрите. Если человек во что-то не верит, запомните, он никогда не поверит, как бы я вот не показывал. Но людям нужно это показывать, потому что люди никогда не будут верить. Народ, это самая лучшая инвестиция. А знаете, сколько стоит с ним личная встреча? Личная встреча стоит $1 миллион. Представляете, $1 миллион просто, чтобы побеседовать с этим человеком. И это на самом деле лучшее вложение денег. Я ни о чем не жалею. Все деньги, которые я потратил на конференции, окупились. X10. Еще в будущем, я думаю, 100% окупится. X100, X1000. Это все очень-очень важно. Так что посещайте любые конференции по психологии, по саморазвитию. Неважно, какие они будут. Даже если вам это не интересно, даже если вам кажется, что это вообще не ваше, вы везде для себя сможете что-то подчеркнуть. И когда я узнал, что Тони Робинс за личную встречу берет, блин, $1 миллион, у меня консультация стоит $200. Полная консультация стоит 500. Я могу на консультациях свободно зарабатывать где-то $10 тысяч. И люди спрашивают, зачем ты этим занимаешься? Вот вам ответ. Если бы я втихаря сидел, выпускал видео, зарабатывал, обо мне бы никто не знал. Но я хочу этим делиться, мне нравится этим заниматься. И плюс я на этом могу заработать деньги. Ну скажите, разве не круто? А мои конкуренты этого вообще не понимают. Они не растут, они не развиваются. Они думают, что нужно делать кликбейт, нужно делать красивые картинки, нужно меня копировать, и они будут в топе. Нет, нужно вкладывать в свой ум. Нужно учиться, нужно развиваться. Вот тогда вы будете номер один. Alright, so good morning, my friends. Welcome to day two. Did you sleep well? But death is usually indicating or signifying that something new. Very good. Who did not do it? Be honest. Thank you for being honest. Наклоняйтесь вперед и вперед. Друг другу. Давай. Хорошо, все. Итак, переходим к торговле. В этом видео я проведу простой технический анализ, разберу две ситуации, будем учиться анализировать. Итак, для начала, что мы здесь видим? Гуру трейдинга скажут, мы здесь ничего не видим, здесь нету свеч, как мы можем здесь что-то увидеть, здесь нужны индикаторы, ничего здесь не нужно. Смотрите, мы видим фигуру треугольник. Я думаю, все видят первую фигуру треугольник. И видим уровень. Уже замечаем уровень. Уровень сопротивления, который становится уровнем поддержки. Вот этот уровень. И у нас фигура треугольник. Цена подходит к уровню сопротивления, идет отскок. Подходит к уровню сопротивления, отскок. Каждая точка выше предыдущей. И наша фигура треугольник. Здесь вроде бы треугольник, но здесь не треугольник. Здесь подобие бычьего флага. Цена, видите, пробивает уровень. Вот этот вот уровень. Сопротивление, идет резкий взлет, и потихонечку цена опускается к уровню поддержки. Идет затухание, и это сильный сигнал на то, что сейчас цена пойдет вверх, и я заключаю сделки на повышение. Почему именно здесь? Потому что у нас есть уровень сопротивления, который становится в этой ситуации уже уровнем поддержки. Здесь смотрим. Вот, восходящий уровень поддержки, наша фигура треугольник. Какое обязательное условие? Я это уже говорил. Уровень сопротивления всегда должен быть горизонтом. Каждая точка выше предыдущей, цена подходит
к горизонту, к уровню сопротивления, и происходит пробой. Дальше, после пробоя, вот, цена идет в коридоре и потихонечку начинает опускаться к уровню сопротивления, который для нее уже становится уровнем поддержки. Это не треугольник, это, смотрите, подобие бычьего флага. Все просто, не нужно никаких свеч. Рисую вам линию, по которой пойдет цена. Подписчики могут спросить, как ты знаешь, куда пойдет цена. Да никак я этого не знаю. Есть определенная фигура, есть уровень сопротивления, теперь уже это уровень поддержки. Все, произойдет разворот, есть подобие бычьего флага, вот и все. Мы здесь ничего не предсказываем. Никто не может предсказать, куда пойдет цена. Есть просто технический анализ, и все. Сейчас может произойти что угодно. В любой момент цена вот может пробить наш уровень поддержки и опуститься на 200, на 300 пунктов вниз. Есть анализ, и мы следуем техническому анализу, и все. Вот, видите, сейчас цена подходит к уровню поддержки опять. И опять идет отскок, видите? Это очень сильный сигнал на то, что цена пойдет наверх. Итак, здесь я специально вставил фрагмент с предыдущей торговли, и вам на первый взгляд, невооруженным глазом может показаться, что эти ситуации похожи, но нет. Только первая фигура треугольник, да, есть уровень сопротивления и есть восходящий уровень поддержки. Вторая фигура отличается. Почему? Потому что в нашей ситуации это бычий флаг, а здесь, видите, есть уровень поддержки. Здесь фигура треугольник. С каждым разом цена опускается к уровню поддержки. Я говорю сейчас про вторую фигуру. Идет отскок. Опускается к уровню поддержки, идет отскок. Точка отскока каждый раз ниже предыдущей. И происходит пробой. А вот здесь, в нашей ситуации, цена не касается уровня поддержки. Она потихонечку идет в коридоре и опускается вниз. Потом подходит к уровню поддержки, начинается затухание и происходит разворот. Вот и все, все очень просто. Все эти фигуры вы можете искать сами и создавать сами. Если вы долго торгуете, замечаете какую-то определенную фигуру и вы можете в ней зарабатывать, торгуйте по этой фигуре. Это будет ваша фигура и назовите ее как угодно. Все эти названия люди просто придумали. Там чаша с ручкой, вазон с ручкой, кувшин с ручкой. Это не важно. Люди смотрели на график, анализировали его, увидели определенные ситуации, дали им название и начали по ним торговать. Есть вероятность на то, например, 70%, что прогноз оправдается, а есть 30% на то, что прогноз не оправдается. Это будет всегда. И чем больше вы будете торговать, тем больше у вас будет опыта. А чем больше у вас будет опыта, тем проще для вас будет на графике разглядеть все эти фигуры. Еще я очень люблю комментарии гуру трейдинга, которые говорят, вот мол, ты неправильно анализируешь, нужны свечи, здесь нужно смотреть анализ за целый день. Я вот всегда таким людям задаю вопрос, сколько вы зарабатываете на трейдинге? Вот говорю человеку, ты зарабатываешь 15 тысяч долларов в месяц, ты же так все хорошо знаешь. Он говорит, нет, не зарабатываю. А я зарабатываю, зачем мне тебя слушать? Тогда в чем здесь смысл? В том, чтобы зарабатывать. Зачем тогда твои знания? Я этими знаниями пользуюсь, своими знаниями, и зарабатываю. Ты не зарабатываешь. Вот если бы ты зарабатывал больше меня, да, тогда я к тебе прислушаюсь, тогда я буду у тебя учиться. А так это просто пустые слова. Если я в своих видео не использую профессиональные слова или какие-то там трейдерские выражения, это совсем не значит, что я не умею торговать. Вы смотрите и учитесь у людей, которые показывают результат. Здесь важен только единственный показатель – результат. Я все вам показываю, как я зарабатываю, как я анализирую. Я единственный показываю, как я вывожу деньги. А все непонятные трейдеры занимаются ерундой на своих каналах. И вот у меня есть самое главное. У меня есть результат. Я зарабатываю деньги. У меня есть своя методика, которой я с вами делюсь. Вот это вот, народ, важно. Итак, здесь все отлично. Видим, что уровень поддержки сохраняется. И все сделки закрываются в плюс. На этом я с вами буду прощаться. Добро пожаловать в мою бесплатную группу по заработку, где я даю сигналы каждый день и торгую вместе с вами. Первая ссылка в описании. Также смотрите статистику моих сигналов. Вторая ссылка в описании. Огромное спасибо всем за поддержку, за просмотр. Подпишитесь на мой канал. Обязательно поставьте этому видео лайк. Удачной всем торговли. Пока.